Привет, друзья! Сегодня для вас подготовила такой вот красивый ажурный узор. Вяжется несложно и выглядит очень интересно. Раппорт узора всего 3 петли и 4 ряда вверх. Это лицевая его сторона, а так он выглядит с изнаночной стороны. И давайте приступим к вязанию. Первый ряд, кромочная петля снимается, и все петли провязываются лицевыми за заднюю стенку. В конце кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваем вязание на второй ряд. Кромочная петля снимается, и мы провязываем таким образом 3 вместе лицевой за заднюю стенку. И делаем накид от себя и повторяем. Это раппорт узора: 3 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 3 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, и так вяжем до конца ряда. В конце накид, кромочная петля провязывается изнаночной, и переворачиваем вязание на третий ряд. Кромочная петля снимается, и смотрите, накид мы вяжем за заднюю стенку лицевой. Делаем накид, петля за заднюю стенку провязывается. Это я раппорт узора провязала, дальше я его повторяю. Накид за заднюю стенку, делаем накид и петля за заднюю стенку. Снова провязываем накид за заднюю стенку, делаем накид и петля за заднюю стенку. Вяжем до конца ряда. В конце кромочная петля провязывается изнаночной и переворачиваем на четвертый ряд. Четвертый ряд, кромочная снимается, и все петли до конца ряда провязываются изнаночными. И также накиды. А начиная с пятого ряда, узор повторяется с первого ряда. И в итоге получается такой вот красивый ажурный узор. Всем спасибо за внимание, смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!